Ну, судя по тому, что Широков позволяет себе еще шутить, хорошо все в команде, несмотря на то, что сегодня вратари, ну, по сути, ну, не то, что дебютанта, но надо поддерживаться. Да, хорошая игра, в принципе, и много позитива, много получается. Главное, чтобы так дальше получалось и реализовывать свои моменты. Так, в том, что получается, пока не видим, наверное, табло. Да, надо только реализовывать моменты, которые создаем. Было пару хороших моментов. Ощущаете, что действительно сегодня тренеры просят нападающих, в том числе и вас, играть не только хорошо впереди, но и помогать у себя? Да, конечно, конечно. Как можем, помогаем Андрюхе. Стараемся сыграть хорошо. Но мы обратили внимание, в прошлой игре много было у вас удалений. Вы для себя уже сделали какой-то стоп, такой лист, да, что конечно. Максим, хватит, я больше не буду. Конечно, много удаляюсь, это очень плохо и вредит команде. Стараюсь все это избирать, но все равно как-то само получается. Где-то что-то, клюшка, то еще что-нибудь. Буду исправляться и исправляюсь. Спасибо большое, Максим, спокойно.